Добрый день. Пришло время испытания кассет. Прошло уже не один день после их сборки. Я специально наблюдал, как будут они себя вести. Они стояли без нагрузки. Итак, вот я соединил их последовательно. Плюс-минус. Вывод, последний вывод минусовой. Вот он. И теперь замерим напряжение на всех кассетах. Так, 10 вольт шкала. Но это явно мало. На 50 вольт. 50 вольт. Так, у нас 14 вольт. Сразу после сборки было 15. Теперь, если замерите по кассетам, то мы вот имеем положительный электрод, общий. На 10 вольт. Ну, напряжение так вот. Значит, 10 вольт у нас получается на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот седьмая кассета. Немного больше 10 вольт. Так, теперь у меня есть такой вот, такая лампа 5-ваттная. Вот я ее, сейчас мы ее подключим. Плюс, минус, по-моему, значения не имеет. Вот. Она загорается. Видно, что там вот и неполная яркость. Один диодик не разгоняется. Но тем не менее она так горит довольно долго. Часами. Напряжение падает, но она горит. Для этого я ее еще буду испытывать. Теперь посмотрим падение. Итак, посмотрим падение напряжения. Флажок у нас на 50 вольт. У нас было 14 вольт. Так, где тут второй контакт? Это у нас минус. Это плюс. 14 вольт, даже уже меньше. Вот на 9 вольт упало. Даже немножко меньше. Еще одна особенность. Эта батарейка имеет возможность. Сейчас я на 10 вольт переключу. Ну вот видно, что около 9,5 вольт, чуть больше, с 14 вольт. Так, есть еще одна особенность. Эта батарейка, имеет возможность заряжаться. Вот у меня есть такой приборчик от принтера. Я сделаю таким образом. Сейчас найду плюс-минус на 50 вольт.
он показывает у нас напряжение. Сорок четыре вольта. Теперь, если подключить эти батарейки, так, сейчас я подключу их. Проволочка, смотаю. Это у нас минус, и это плюс. Итак, флажок на 50 вольт. Я соединил минус батарейки и минус блока питания. Теперь посмотрим напряжение. Было 44 вольта, сейчас у нас 37 вольт. То есть идет падение с 44 до 37 вольт. Мне плохо видно, но по-моему так. То есть идет заряд. Таким образом эти кассеты заряжаются. Могут заряжаться, скажем, от батарей днем, от солнечных батарей, ночью разряжаться. Ну, это еще надо попробовать, как это будет. Так, теперь я померю, какое напряжение. Ну, вот сколько тут прошло. Полминуты. Не заряжаются. Никаких тут звуков еще ничего нету. Мерим напряжение после зарядки. Вот у нас плюс. Теперь минус. Заряжали мы где-то около минуты. Заряжал ее. Напряжение поднялось. 15, 16, 17 вольт. 18. Так, если сделать короткое замыкание, после короткого замыкания, напряжение практически не упало. Вот еще. На замыкание не реагирует. А нет, у меня контакт плохой. Напряжение немножко упало на 1 вольт. Теперь попробуем нагрузку подключить. Ну, явно лампочка светит ярче. То есть заряд точно повлиял положительно. Яркость лампы выше. Сейчас померим напряжение. Флажок на 50 вольт. Вот так, лампа. Ну, 9 вольт. Таким образом, если заряжать дольше, то это не только батарейка, но и аккумулятор. Ну, буду совершенствовать дальше. Все, испытание такое эксклюзивное провели.